заходим. Всем привет, друзья, с вами Киник на СНГ. У нас прокнулся на 10-й минуте ОФК рейд, походу. Или нет, или да? Да. Короче, какие-то челы, я не знаю, тут мы затарились просто по максам. Будем рубить, не выходя от кассы. Давайте, наверное, мочим сразу сюда. Дамир, смотри, что там, потому что ниже. Все, поехали. Давайте, ребят, просто максы быстро. Будем бить главу, порешали. Ага, это что, центр или что, не понял. Да, вот у них, видите, два флажка стоят. Давайте центр посмотрим. Вот он центр. Какой-то непонятный. Ладно, давайте на главу погнали. Хлопаем в ладоши. Вот так вот очень удобно рейзить. Что видно сразу, что, куда, как. Не-не-не-не-не. Все прям сумки понадевали. Что за фигня, блин? Ай. АФК рейды какие-то пошли в последнее время, непонятно. То ли ты есть дома, то ли тебя нету дома. По дверям давайте. Ну вот она. Вот их база. Его, во всяком случае. Так. Этот открываю. За простыми потом сходим. О, три молота. Скорость. Вот мины берите на архивы, подойдет. Ну, короче, тут такое себе. Ну, тем не менее, оно есть. А, не, это потом. Я с собой простые не брал. Не думал, что так все жестко будет. Тут хочешь? Давай посмотрим. А что по топорам? Блин, ну, пару штук осталось. О, давай вот этот откроем. Еще дома есть отмычки. Мы немножко так подформились. Пфф, уголь. Уголь нужен всегда. Спасибо, братишка. Простой там. Ну давай, ладно, поляпаем. Не, все, погнали, погнали, погнали. Давай, выбирайте кого? Нижнего? Блин, тут вообще кувалда не надо. Давай. Давай левого. Давай, да. Мне кажется, тут он какой-то вкуснее. Да, вот тут по дверям. Ну тут везде солома, что-то пацаны вообще. Хотя бы клен бы нафармили. Най, ты уже крепким рубишь, подожди. Погнали прямо. О, только проговорился. А, давай, да, тут. Его бахнули уже. Его бахнули. Во, его бахнули, потому что здесь, видать, дырка. Ладно, давай тут пооткрываем, посмотрим. Ну, это такие туалетики, уже было такое. Ну, я кувалду брал с собой, можем вломиться сюда. Или что, здесь где-нибудь открываем. Давай тогда эти пооткрываю. Рубите там, что там, если хотите дальше. О, масло, плотная ткань. Все, забираем. Тут какие-то ресурсы, может, клей нароем, а? В центре надо обязательно все открыть. Опять развеек сюда. Все в общий. Все в общак. Так, ну что, ломаю? Давай, поехали. Скорость потом я тебе скину. Скорость есть в общем сундуке. Чуть-чуть. Две штуки. Две штуки, потом еще надо домой идти. Оба-на. Забираем. Клей хоть один да надо. Тут можно нормально поживиться. Сколько сюда отмычек еще надо? Надо посчитать. Эй, фуфил. Сюда надо еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть отмычек. Все у нас есть дома. Ладно, давайте. Нет, давай, погнали. Сейчас я быстренько. Погнали, погнали, погнали. Даже на скорости надо это все заюзать. Короче, стратегия такая. Я забился полностью отмычками. Ребята будут идти рубить либо нижнего, выбирайте на свой вкус, либо правостороннего. Поэтому, чтобы не терять время, надо распределиться, пока все равно здесь никого нету. Короче, давайте вскрываем металку. Есть еще 4 последние отмычки у нас остались.
А, чел сверху. А ну-ка. Я вообще весь в отмычках. А ну-ка, покажись. Что ты за киборг там? А, бомж. Все ясно, это бомж. Короче, если что, будьте начеку. Он, да, на это, он это верхний, наверное. Но у меня не развея, нифига. Поэтому если завалят, то я только на скорости. Так, это Дамир зашел пролаг. Давайте рубите правую сторону. А, нет, не надо. Давайте лучше сюда пока. Один кто-нибудь рубить? А, подождите, оно не откроется случайно. Так как не надо. А, вот. Понял. Оба, да, ё-моё. Вот чё их нельзя забирать-то, а? Эти кувалды. Жесть, конечно. А, ну, блин, давайте крепежи. На хейм пойдет. Бомба. Орехалк. Ребят, возьмите орехалк, пожалуйста. Я прям весь в отмычках, поэтому обязательно нужен для крафта кувалды. Сумку забираем тоже. Вот эту. Не, он просто пустой. Просто купил металлку. Цветы, блин. Ну и все, последнюю открываем здесь. Отлично. Бинго. Забираем остальное. Погнали. Рубим правую сторону. Я за простые открываю верхнего чувака, поэтому вот тут можно пооткрывать. И рубите правую сторону. Так, ну тут фигня, еда. Мы, наверное, его рейдили. Вот что-то не помню. О, ключ от Одина. Ну тут фигня. Нет, это поход. О, синьку, ребят. Можете, блин. Ладно, пофиг, дальше идем. Чё там? Ага, понял, пойду, иду, иду. А вот здесь стопудово явно что-то. А, вы тут уже открываете или что? Стой, тут вообще нифига нету. Пошли там дальше, откроем маленький. Да, давай, там какие-то более серьезные. Так, не сюда. Что такое? А, еще раз его убил, значит он с правой стороны. Все, сейчас идем. Тут еще пару уже. Три штуки открываю. 7 минут, блин, не успеем ничего. Не, все, погнали. Там прорубили чуть-чуть. Ага, все, вижу. Давай за простые. О, блоки. Забираем. Подожди. Ну, блин, там за такие отмычки будем открывать тогда. Ну что, ярость. Что-то тут фигня все. А тут что-то я открыл, да? Ага, понял. Сколько отмычек? Раз, два, три, четыре. Блин, жалко, конечно. Ну ладно, пофиг. Так, ну, есть лут. Бомбочки забирайте. Я буду дальше открывать. Ух ты, сюда полосочки. Ребят, забираем просто чешку тоже по-любому. Несите кто-нибудь, несите, блин, потому что времени у нас вообще не хватит. Ну вот, клей, сургуч, сколько всего, господи, это чисто фармилы. Вот надо было его ловить. Порошок, куда вы порошок выкидываете? Все, Локи осталось. Костяной крепеж. Масло два еще. Несите, несите, там масло, я буду все озвучивать. Это цепи. Что там, какой сундук? Первого левела. Кожа. Кожа нафиг не надо. Вот тут спальня у него. И мясо. Все.
Тут что еще? Две отмычки открываю. Тоже мясо. Надо верхнего еще пооткрывать. И тоже мясо, все. Я сейчас позабиваю здесь этими. Что там было? Блоки, может, какие взять? Че там? А, нет, тогда домой надо идти. Блоками забьюсь. И стаком на озеро. Все, я погнал. А, верхний фармил еще тот. Надо там за простые, там дофига простых. Но вот меди, вот нифига не было такого. Просто в первый сундук скидываю. И возвращаюсь быстро сюда. 5 минут еще можно что-нибудь вынести. Челик. Из челиков. Ну, самый топ был в этот... Наверное, в каменке. Ну, там бафы были вообще классные бафы. Это надо на прокачку хейма однозначно. Все в хейм. Так, ребят, 3 минуты остается. 3 минутки. Ну, а мы... Добиваем чуваков вообще полностью, потому что взял последнюю отмычку с собой. Одну из топовских. И там есть куда добить еще одну сторону. Поэтому быра-быра-быра-быра. Возвращаемся. Надо еще верхнего пооткрывать, потому что там есть простые отмычки. И в простых отмычках, как мы уже наблюдали, с той стороны там есть некий лут. Давай, 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 быстрее, 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 быстрее. Просто нажимайте забрать все, а я открываю здесь. Блоки 12 клена, забрать все. Так, тут это волосы, ладно, пофиг. Да, блин, компоненты возьмем по барабану, вот что нам. Это не надо, все надо. Это масло, хейм, блин, прожорливый постоянно просит это масло. Все, идем дальше, 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 дальше. Идем, 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 2 минуты. Вот здесь мясо просто целая куча. Просто на авось. 12 клёнов, отлично. Хоть все, пофиг, идем наверх. Все, поехали, открываю. Морковка, господи. Ну, на фарм дерева пойдет морковка, либо навозенная. Тут тоже. Бинты, ладно, я возьму здесь. Это чисто такая мясная пати. Да, все, нефиг тут ловить. Вот здесь открываю, здесь очень много. И станок работает, у него одного станок есть. Блин, мясо. Да какое мясо, ты что, на приколе? Все внутри, наверное, скорее всего. Вода. Блин, кувалда. Блин, уже бы 5 кувалд подняли бы. Жаль, что нельзя забирать. О! Печати. Вот эта тема. Уже хорошо. Фигня. Забирайте на крафт цветы. Еще 2 отмычки у меня. 3, 2, да. Тут вот мясо в той комнате. Бафы, бинты. А, не, не открою, нету. Нету. Клей. Порошок, да, все. Что ты делаешь? Там нету нифига. Забивайтесь вот здесь мясом, кому что надо. Ну, рейд просто бум. Просто бум. Реально, я уже... Мы дофига столько не выносили. Че, он открывает? А, есть он? Зря открыл. Или было? Пусто? Все, ну, как бы рейд ОФК, но... Я думаю, даже поживились чуть-чуть. Неплохо.